Да, учусь в медколледже невесты. Я из Профессия, да. Побыла на практике, вот. Неделю назад вышла. Побыла на практике, поняла, что да, это мое. Шла в мед, исключительно для косметологии. Ну, побыла в больнице. И решила то, что медицина это мое. Нужна медика, это супер. Да, болеть не придется никогда. Медколледж пошла, потому что сейчас года 2-3 еще и без лицензии, без медицинского образования, в общем, работать никто не сможет. Это все пугает, но это все равно будет. Поэтому лучше уж получить сразу, чем потом закрывать свою лавочку, грубо говоря, и идти учиться. И все, что встретил с ней. Бабушка и врач. Без бабушки тоже сидеть. Смысла нет. Привет. За лайки. Да, в старом. Кстати, квартирцы подняли. В городе вот тоже это дорого, но в старом что-то сейчас тоже подняли. Типа, 3 года назад можно было в старом за 3 ляма купить квартиру. Да, за таких ценов нету. Ну, может, где-нибудь однушка какая-то разбитая. Все, ну, сейчас, кстати, да, подняли цены в старом городе, но не могу прийти. Добрый день. Да, прям на сотке вообще отлично. Однушка за 4 ляма. Ну вот, я и говорю то, что сейчас цены вообще как-то поднялись. Типа 3 года назад, 2. Это более-менее еще было как-то. Двушку за 3,8 с ремонтом продавали в старом городе. Я приведу, а сейчас там какая-то цена.
городе не знаю, никогда не интересовалась, а вот в старом так, да. Ой, Анечка, ты тут? Анечка, не молчи. Нифига себе ты за неделю знаешь. Ну, привет, конечно. Во всех сферах надо шарить. Нет. А что, если я в машинах шарю за цены, то я что, перекуп, что ли? Выбираю в комнате, тут как раз классно. А что ты, как ты в комнате убираешься, в ТикТоке сидишь? Аня, как ты думаешь, завтра или в субботу лучше? Я не знаю, я что-то в субботу, так что... Не получается так. Я же говорю, прикольно. Кстати, еще такой сейчас головняк придумали, вот сдают квартиру. Как они называются, люди, которые, короче, продвигают вообще эти квартиры? Сейчас такое гониво, просто квартиру не найдешь, Тимиртау. Вот. Если снимать на долгий срок, плюс... Сейчас можешь погулять, нет, спасибо. Короче, вообще такой головняк. Там нормальные квартиры идут от 120 тысяч. Причем однушки. Ну там с ремонтом более ненормальные. А которые, короче, стоят за 60-70, короче. Там прям тараканы клопы, там вообще ремонта нет. Там такая, знаете, как шарага прям. Так что не знаю, что в городе так, почему так за квартиры цены поднялись. Это, конечно, все обидно. Больше получалось все это. 800 тысяч тенге для нашего города, это нормально. Это немного. Это вот как раз на месяц. И чуть-чуть можно отложить там на отдых. Или просто чтобы сбережения были. А, Дмитрий, спасибо за розочку. Да, это минимум. Ну, я сказала, что прям минимум, минимум это 300. Вот. Это прям самое, это вот продукты там, бытовуха, химтовар, вот такое, короче, это прям вот. И что впритык на то, что надо рассчитывать на то, что на двух человек, это вообще 300 человек, это вот один человек, ой, 300 тысяч на одного человека, это впритык.